все ми пишемо, так? Ірина Твердохліб. У нас сьогодні ми розмовляємо з Іриною Твердохліб, яка вже скільки років ти вже є людиною з обмеженими можливостями? Який період? Я живу на коляскі вже 22 роки, отримала травму. Була хозяйкою, рвала просто яблуки, поламалась ветка подо мной. И таким образом случилось неудачное падение, перелом грудного отдела, и причем был задет спинной мозг, была оперирована дважды. Ну вот, осталось на коляске жить. И начну, допустим, с сегодняшнего дня, почему, скажем, я решилась на такое интервью. Угу. Потому что у меня где-то около месяца назад возникла такая мысль, что, в общем-то, жизнь практически уже проходит, как и жизнь на коляске человека, довольно-таки активного, так и человека, который до этого жил, не знаю, что такое инвалидность, активно в сравнительной жизни, потому что я занималась туризмом, я была активной в школе и в училище педагогическом. И вот я понимаю, что вот жизнь такова, если не делаются вместо тебя какие-то, не решаются какие-то вопросы вместо тебя, то, в общем-то, наверное, они остаются абсолютно нерешенными, и тогда ни на кого и ни на что нарекать. Поэтому, если не я буду решать эти вопросы, значит, их больше останутся так вот они в пустоте. Поэтому есть такая возможность и как женщине, которая передвигается на коляске, и как женщина, которая уже далеко, за 35, открыть себя в новом, скажем, виде, попробовать, что такое человек, который имеет еще должность такую, как депутат. Для меня это слово в последнее время оказалось нарицательным в связи с теми событиями, которые у нас происходят в стране, в связи с имиджем, который, к сожалению, за многие годы уже выработан как у депутатов и народного уровня, высокого уровня, так и, наверное, скорее всего, уже местного. Точно так же и у людей, которые воспринимают слово, вернее, человека с депутатской должностью, это отношение. Мы привыкли общаться с людьми, которые на порядок, может быть, в чем-то выше социально нас, с позицией «дайте». Наверное, это наша такая ментальность, забывая о том, что эти люди избраны народом, избраны нами. И это они нам должны давать для того, чтобы народ жил хорошо. За 22 года жизни на коляске мне пришлось пройти, наверное, все вот эти этапы. Но вот чувство человеческого достоинства, оно всегда побеждало. И, наверное, благодаря, а может быть, вопреки этому, я стала очень активным человеком. Я получила второе образование, уже будучи на коляске, закончила институт экономики и права по специальности социальная работа. Так случилось, что я первая женщина на коляске за 35 устроилась на работу в бюджетную сферу. И мы проводим мероприятия для людей с инвалидностью. Но это все так случилось только, наверное, потому, что вот жизнь оказалась, наверное, может быть, немножко жесткой ко мне. После травмы не стало моих родителей и мужа. И я стала с двумя детьми. И вот, может быть, вот этот вот факт о том, что вот не я нуждаюсь в детях, а дети во мне нуждаются, оказался основополагающим. Конечно, не говорю о том, что, очевидно, был заложен какой-то внутренний стержень, потому что я до травмы работала учителем начальных классов, и во мне вот эта вот ниточка была, что вот я всех веду, я всех учу, я всем раскрываю, какая должна быть жизнь. И у меня было три выпуска довольно-таки, ну, дети меня очень долго помнили, и сейчас мы встречаемся с теми детьми, моими выпускниками, то никогда от меня не отворачиваются. Просто после травмы они ко мне часто приезжали, поздравляли с ним учителем, с моим с ним рождением, звали на выпускные вечера свои. Это было, конечно, очень приятно. И сейчас, когда бывало, что я приезжаю, например, на рынок, и меня часто родители узнают, хотя, наверное, время прошло, и, может быть, я кого-то не узнаю, ученики меня мои тоже узнают. И это, ну, наверное, знаете, такое вот где-то ну, успокоение того, что вот жизнь прожита не даром. Потому что если было все плохо, наверное, отворачивались. И я через три года после травмы
оказалась в таком месте, которое называется лагерь активной реабилитации. То есть нас учили люди с такими же возможностями, как и я, которые передвигаются на коляске, жить на коляске. И для меня это было открытие самой себя, что, оказывается, человек, который передвигается на коляске, имеет целую кучу других потребностей не только в передвижении, но и в физиологии своей, живет полноценной жизнью. И такой пример был не только людей, которые сделали коляску активного типа, но и нашего депутата Валерия Михайловича Сушкевича, который тоже добился многого в своей жизни, будучи инвалидом с детства. Он стал народным депутатом Украины, и все программы, которые касались и реабилитации инвалидов, и паралимпийского вида спорта, и социальной защиты, потому что закон о социальной защите инвалидов, это его в том числе преподнесение еще первому президенту Кравчуку было. Вот люди собрались с инвалидностью, с проблемами слуха, с проблемами зрения, с проблемами опорно-двигательного аппарата, написали вот закон, какие они понимали, и принесли к нашему первому президенту. Уже потом его обрабатывали, но вот он остался таким вот стержнем, этот закон, который вот сейчас и преподается уже до сегодняшнего дня. И лучшего пока ничего еще не могли придумать. И вся его жизнь оказалась для меня таким, знаете, вот фактором, который, наверное, подталкивал, потому что в связи с тем, что я стала не только участником лагеря активной реабилитации, стала еще и инструктором в этих лагерях после этого, то нас уже пересекались наши дороги гораздо чаще. А кроме того, открылись новые программы, которые назывались «Первый контакт». Это когда мы приезжаем в нейрохирургию, знакомимся с теми людьми, которые получили травму, мы начали с ним работать. Вторая программа открылась, которая называлась «Безбарьерная Украина». Начали создаваться комитеты доступности в области, в городах, в районных местностях. И мы понимали о том, что человек, который получил травму, он не должен оставаться в определенной какой-то среде. А особенно для меня было очень таким вот открытием, когда ребенок рождается с инвалидностью, и этот ребенок, значит, остается, вернее, он втягивает всю семью в свои проблемы. Он еще не осознавая, вот вся семья остается с этими проблемами, наедине, к сожалению. Нет государства зависящими. И тут в это направление очень тоже тяжелое для поднятия всех вопросов нашего государства, особенно по инклюзии. И только в последнее время, буквально года 4, у нас под Полтаве тоже открылись школы, открылись навчально-выходные заклады, где детки с инвалидностью могут учиться, где у нас могут детки с инвалидностью и находиться в реабилитационных центрах, вполне так вот вести себя активно. И преподавать точно так же, вот уже свой активный образ жизни для своих тех детей, которые приходят заново, которые приходят впервые, показывать, что вот жизнь не останавливается на месте. Но вот все эти составляющие, как бы они вот подтолкнули меня к тому, что вот надо обязательно идти вперед, потому что жизнь уходит. И некоторые вопросы, может быть, и хотели бы решаться вот в положительной стороне. Но люди до конца без проблем здоровья, либо те, которые не имеют родственников с этими проблемами, они до конца не понимают. Либо, может быть, знаете, вот так просто нарекают на то, что вот там плохо, там ничего не делается. Ну, вот значит, надо кому-то делать. Если ближе тогда к этому вопросу доступности, вот Полтава, город, ну, скоро выборы, да? Вот нам нужно определиться. Нам нужно смотреть, если брать вот отдельную тему доступности, Полтава, насколько она доступна? Ведь доступность – это не только люди с обмеженными возможностями, это еще и мамы с колясками, это еще травмы, это много-много, это широкая такая аудитория людей. Вообще, вот, скажем, статистика. Насколько она доступна? Может быть, какие-то моменты? Что-то сделано, что не сделано. Когда сделано больше, когда меньше. Может быть, статистика такова, что у нас маломобильная категория населения – это 70%. Вот со всех. Со всего населения это 70%. Это малюсенькие дети. Это мамы, которые передвигаются, вернее, ходят с колясками. И папы, которые ходят с колясками. Это люди с тяжелыми сумками, вот с нашими кравчучками. Это люди, которым вот в силу каких-то обстоятельств жизненных, возможно, нога поломана, возможно, рука поломана, возможно, сейчас головные боли. Это тоже маломобильная категория населения. А большая часть – это люди пожилые.
И так как наша страна все-таки склонна к тому, что у нас демографическое положение такое, что людей пожилых становится, к сожалению, больше, чем молодежи, вот на эту категорию, конечно, должен делать акцент. А кроме того, у нас еще есть самое плохое в нашей стране – это идет война. И увеличение людей, которые будут иметь инвалидность, оно автоматически вот, прогрессирует. Вот эти ребята сейчас будут приходить с войны и опять останутся в своих четырех стенах. Вот я каждый раз повторяю эту фразу. Когда мои одноклассники приходили с Афганистана, через какое-то время слышали о том, что мы вас туда не посылали. Буквально недавно разговаривала с людьми, которые находились в Чернобыльской зоне. И оказывается, прямо шла такая программа в Советском Союзе, когда не признавали чернобыльцев, что они действительно там были и гасили пожары. То есть была тоже такая программа о том, что было на уменьшение. То есть была такая категория, которая незаслуженно получала льготы, а те люди, которые действительно находились и спасали нашу страну, как и, в общем-то, нашу всю планету, они остались забытыми. А может быть, их уже их и нет, этих людей. Так вот, самое страшное сейчас, что вот когда я получила травму, я помню эти моменты, я вдруг понимала, вернее, для меня вот это сознание, что я одна в этом мире, и я больше никому не нужна, вот для меня это было очень такое жестокое открытие. И вот когда ребята сейчас придут, и они опять вот себя ощутят в четырех стенах, социальная помощь у нас, к сожалению, еще не настолько сильна в своем масштабе, а кроме того, среда недоступна, они не смогут выйти, подышать свежим воздухом по каким-то определенным обстоятельствам, потому что ступеньки, потому что, может быть, лифт не работает, либо лифта нету. Они не смогут скупиться самостоятельно, потому что нужно доехать по нашим бордюрам, по нашим дорогам, которые, ну, наверное, сейчас в Песках, может быть, такие дороги, как у нас, например, на Алмазном, в жилых дворах, возле жилых домов. И ну, вот эти вот все моменты, они очень страшны для той категории, которая нуждается в архитектурной доступности. И я не скажу, что вот именно наш областной центр не понимает, вернее, люди, которые работают в нашем областном центре, как в городской администрации, так и в областной, не понимают, что эта доступность не нужна. То есть вопрос не стоит о том, что нужна ли доступность. Теперь вопрос стоит, как нужно сделать эту доступность правильной. То есть понятие такое, что доступность необходима, она уже существует. А теперь доступность какая необходима? Вот взять наш центр, я считаю, что самое страшное событие – это подземные переходы для меня. Для мам, которые ездят с детками на коляске, для велосипедистов. Там есть пандусы, но они это не пандусы, приспособлены. Это не пандусы, это трамплины для самоубийц, я говорю. Вот если ты хочешь убиться, пожалуйста, можно этим воспользоваться. А таким как вот. Это должно быть вот, в идеале, чтобы в идеале, когда я позвонила, когда я позвонила несколько лет назад нашему координатору по безбарьерной Украине, Ярославу Грибальскому, он сам со Львова, и он по специальности скрипач. В 17 лет он получил травму, он как бы потом уже закончил это все. Но вот из-за того, что, скажем, есть такая программа, он первый начал с Валерием Михайловичем внедрять эту программу. У них друзья были за рубежом, и вот они решили, чтобы Украина точно такая же была безбарьерная, как и другие страны. И вот я обратилась к нему, говорю, Слава, говорю, что вот делать нам, чтобы вот подземные переходы были доступны? Он сказал, зарыть, закопать. Подземных переходов вообще не должно быть. И вот, например, в Лондоне несколько десятков лет назад не выходили люди с маломобильной категории населения, с инвалидностью на проезжую, вернее, бастовать, перекрывать дороги, а вышло просто гражданское население и сказали, нам пешеходные подземные переходы не нужны. Сделайте так, чтобы для всех была доступна вот, окружающая среда. Вот полностью, значит, и теперь, кстати, в Лондоне, вот в центральной части абсолютно нету подземных переходов. Это все закопали. Сделали надземную часть, сделали пешеходную часть такую, чтобы где-то можно было пройти велосипедистам, где-то можно было пройти, проехать людям на коляске. И в том числе и пешеходная тротуарная часть была, и пешеходная тротуарная часть, и проезжая часть может была быть, доступная. Может быть, как-то альтернативу еще сделать, помимо, ну, уже ж у нас явно закапывать никто не будет. Естественно, закапывать никто не будет. Но мы говорили о том, что, например, можно установить кругом лифты. Но ага. Этот лифт стоил еще 4 года назад, когда мы отрабатывали с нашим местским управлением архитектуры эту тему, тогда стоило это порядка 300 тысяч всего лишь вот эта одна лифтовая кабина. А кроме того, она же должна кем-то стоять на балансе, кем-то обслуживаться, кого-то стоять на балансе. А, к сожалению, ментальность такова нашего
нашего народа, что вот мы вандалы. К сожалению, мы вандалы. И для того, чтобы поставить человека, который будет обслуживать и все время стоять, вот когда-никогда там приедет мама на коляске, либо человек на коляске, чтобы отвечал за эту кабину, вот это, конечно, очень дорогое удовольствие. Поэтому... А какая еще альтернатива? Ну вот у нас вот переход, мы сейчас сидим возле перехода. Никак, мы являемся участником дорожного движения, к сожалению. Угу. Вот никак не проедешь, мы являемся участником дорожного движения. Знаете, ну это было построено еще, скажем, десятка-полтора лет назад, да? Может быть, лет около 20 назад, подземный переход. Но это самое страшное, что сейчас вот строится, реконструируется у нас дороги. И опять без учета элементов доступности. Абсолютно, да, нигде. Значит, единственное, что когда вот уже началась реконструкция, и ко мне обратились два человека, которые передвигаются на коляске, один с Киевского, другой с Ленинского района, я обратилась, ну, по моему мнению, личному убеждению, Синельников Сергей Владимирович, он абсолютно адекватный, замечательный человек в этом плане. Это кто? Это наш начальник ЖКХ. А, городской. Городской, да. И рассказала всю эту историю о том, что человек у нас передвигался на коляске в районе Маруси Чураев. И там, нет, Чураевна, да, вот эта вот остановка, не Маруси Чураев, не Гоголя, а вот именно на Левадзе там. На Левадзе там, где спуск Чураевный, да, да вот есть это, там улица. Да. И женщина упала с коляски, потому что абсолютно неправильно сделали бордюр, еще оказался он выше, чем... существовал до этого, и без учета никаких абсолютно элементов, в общем, недоступности, ничего. И она упала, повредила себе ногу. Опять же, ноги у нас нечувствительные, а из-за того, что человек получает травму еще после своей травмы на этом нечувствительном месте, то она увидела эту травму уже в процессе того, как обслуживала себя, когда переодевалась. Вот. И, конечно, оказался такой вот элемент не очень приятный, и я обратилась к нему, каким можно вопросом решить, как можно вопрос этот решить. Потому что, когда я обращалась в наше управление архитектуры города, мне так и не назвали, кто у нас отвечает, и кто у нас генеральный проектант этой дороги, кто подрядчик, кто делает эту дорогу. То есть, ну, в принципе, я подходила к тем людям, которые сейчас ведут эту реконструкцию, либо ремонт дороги, и персонально давала книжки, значит, говорила о том, что какие должны быть спуски. И узнала, что это люди у нас с Харькова, что они абсолютно никаким образом не причастны к Полтаве, что они абсолютно вот ничего не знают. Да, это харьковская какая-то команда. Вот. И что самое интересное, они сказали, что у нас в Харькове абсолютно все, вот, если мы делаем реконструкцию либо ремонт дороги, мы с элементами доступности делаем. А у нас нет. И вот сколько я уже не добивалась, вплоть до того, что я уже 2 недели назад написала письмо нашему мирскому голове о том, что узнать же надо, кто у нас хочет отвечать за эти дороги. Пока ответа нету, но до этого я обращалась в устном порядке, мне так и не сказали ответы. Даже у нас был Национальная ассамблея инвалидов Украины приезжала, и у нас был семинар «Тренер по доступности», и представитель был с управления архитектуры города, и она сдвинула плечами, когда задала этот вопрос при всех, кто же у нас отвечает за эти дороги, где этот проект, чтобы хотя бы обратиться к тому человеку. То есть в частном порядке я прихожу, и вот на улице Жевтневой, которая идет у нас к областной администрации, там у нас делали съезды. Да, вот я видела в некоторых местах такие маленькие для коляски. Ну, для коляски, да. Ну, в принципе, пандусы опущены. Пускай они не настолько нормативно, как полагается, потому что должны быть трехскатные, они односкатные, врезные. Они, слава богу, что они такие не приставные, да, как вот это два ведра там асфальта, говорю, но зато туда заскочить нельзя никак, потому что они под углом 45 градусов, либо там, вот скажем, вот этот спуск, а дальше еще 2 сантиметра, которые мешают моему переднему колесу преодолеть. Значит, мало того, что я так вот поднимаюсь, да, кто-то меня толкает, а потом я упираюсь в вот эти вот 2 сантиметра, и я не могу преодолеть их. Ну, и надо поднимать. Либо тоже спуститься никак не могу я, с такого трамплинчика. Естественно, нужна эта помощь. Должна. Там пускай даже вот этот врезной, односкатный, но еще там проблема такая большая. Значит, он вроде как нормативный для людей, которые передвигаются на коляске, но для людей, которые передвигаются, для людей с проблемами зрения, которые передвигаются с помощью тросточки, либо имеют остаточное зрение, для них это непонятно. Для них нужна обязательно тактильная предупреждающая полоса, либо контрастная полоса для людей с остаточным зрением. Вот если бы вы видели...
Наташ, ну я тебе передам, наверное, в индивидуальном порядке вот эти все картинки, может быть, там уже, да? Посмотрим, конечно. Да, как оно вот смотри, проблемы, понятно, слышно, проблемы. Угу. Вот это можно будет как-то вот на уровне депутатском решать? Вот как ты как это видишь? Как я это вижу? Значит, я тоже уже советовалась в этом плане с теми людьми, которые у нас являются депутатами вот во Львове. У нас Ярослав Грибальский в Житомире, у нас женщина-депутат. И она непосредственно в этих комиссиях. Угу. То есть если я, скажем, пишу эти письма, вот кому не попадают? Людям либо безразличным, либо которые не понимают. Не понимают, есть же у нас доступность. Да. Ну там два ведра асфальта мы туда подбросим, ну там два ведра цемента. Угу. Ну берем этот вот бордюрчик. Вот сейчас у нас делали ремонт возле Митской Рады и плиточку ложили у нас вокруг. И я подхожу, ребята, говорю, вы опять, говорю, делаете бордюры и плиточку перелаживаете. Или, может быть, вы берете вот эти два бордюра и плиточку сделаете вот все-таки угу. по нормативам. Говорит, как нам сказали, так мы делаем. И опять же, я даже не нашла кого крайнего, куда обратиться, вот кто у нас этим занимается, кто у нас за это отвечает. И сейчас, когда переделывалась дорога, я вижу, что бордюры сняты, плитка убрана. Но это уже выходит, что второй раз ее нужно переделать за бюджетные деньги. Значит, тратится человеческий ресурс, тратится бюджет, а воспользоваться им невозможно. То есть, если вовремя подсказать на каком-то этапе вот этот вопрос, где-то врегулировать, то может быть совсем по-другому. Но меня еще другое волнует. Вот у нас, я говорю, что стоматолог должен лечить зубы, там педиатр должен лечить детей, проектант должен правильно чертить согласно каким-то нормативам, управляющий должен руководить правильно, так чтобы твой процесс не сбивался и был понятен для твоих людей, которые под твоим руководством. Но когда мы делаем проект этой дороги, там написано, что у нас реконструкция, перебудова, будова, повинні обов'язково учитываться вот эти все нормы доступности. И мы опять вбахиваем деньги, а воспользоваться этим моментом невозможно. У нас нету абсолютно стоянок для людей, которые передвигаются на своих, для людей с инвалидностью, которые передвигаются на автомобилях. У нас только вот возле администрации сделали стоянку, а именно стоянок нормативных у нас нету. Напротив горисполкома там есть стояночка, но вот почему-то на нее ставятся самые крутые машины, и она воспользоваться этой стоянкой невозможно, потому что она идет вдоль линии Фрунзе, а не возле горисполкома. И когда, если я, например, передвигаюсь на коляске, значит, я должна открыть двери как водитель, потом выставить себе сюда коляску, значит, для меня нужно определенное место, либо правильная посадка. То есть там 3,5 метра, значит, моя площадочка строго очерчена и так далее, с таким вот знаком. А для меня выделяется, как и для всех, 2 метра. А ты водишь машину? Я не вожу машину, но для меня возят на машине, естественно. Но у меня же есть коллеги, которые тоже передвигаются на транспорте с инвалидностью, коллеги с инвалидностью, которые передвигаются на специальном этом транспорте. То есть, получается, у нас возле горсовета там есть только, абсолютно. Да, вот такие стояночки? Я даже не знала. Мы можем сейчас пройти и посмотреть, и даже сфотографировать. Я больше чем уверена, что там на этой стоянке больше, да, будет стоять какая-то крутая машина. Там одна стояночка, а больше по городу там нигде нет? Нет, вот напротив Весты стояла, я не знаю, убрали, не убрали, но опять там 2 метра тоже выделено. И на рынке, но опять же, вот со стороны Шевченко, и тоже вот это вот прямо по направлению, то есть, как стану, так и стану. Но это просто порядочность, там этичность, да, что занимают. Там есть определяющий... Там есть определяющий знак, стоянка для автомобилей с инвалидностью, люди с инвалидностью, но место неочерченное. То есть, вот как я стану, так и стану. Вот для меня, это нужно все естественно, обязательно прорегламентировать, а как же ж, конечно. И сейчас вот делается реконструкция дорог, и вот все вот эти элементы, они абсолютно обнуляются. Вот проасфальтировали, наверное, людям, которые за рулем, водителям, наверное, сейчас хорошо ездить по этим дорогам, но пешеходная часть, она абсолютно не учитывается. И я как была участником дорожного движения, так, к сожалению, буду являться участником дорожного движения. Если бы, говорю, ну вот сделайте вы две остановки, пускай они по всем нормативам, но они будут как пример тому, что и следующие, например, две остановки, следующую пятилетку каким-то очередным выбором они сделаются точно так же нормативно. Я более того хочу сказать, что когда еще, ну вот лет 8, наверное, 9 назад, когда у нас была реконструкция улицы 23 сентября, я увидела о том, что бордюры опять поднимаются, и, значит, абсолютно никаких норм не соблюдаются. Я несколько раз написала письмо, кто за это отвечает, и вот
мне сказали, что там как бы план утвержден, там никаких абсолютно погрешностей нету, там, значит, все экспертизы пройдены и так далее. Я в свою очередь опять же пишу, я не могу воспользоваться тем, что утверждено экспертами. Значит, очевидно, что это же нарушение каких-то моих правил. Это вот. При Кукобе было или нет, при Матковском? Нет, это при Матковском было. Это уже при Матковском, да. А, да. Ко мне звонят и говорят, Ирина Васильевна, говорит, мне 2 года до пенсии осталось, а вы тут пишете, завалили все меня письмами. Значит, как бы нам решить этот вопрос? Значит, до каких же пор вы меня вот это будете беспокоить? Я думаю, кто мне там видит по телефону? Говорю, знаете, вот вам 2 года до пенсии осталось, а я еще молодая и красивая женщина. И вот женщин же все-таки больше как бы уход, особенно со стороны мужчин. Поэтому вы подумайте, что мне еще очень долго мужчины будут помогать, а вам 2 года до пенсии всего лишь осталось. И у вас уж, если не есть уже внуки, значит, у вас обязательно появятся внуки, которые по вот этим вот дорогам вы будете возить. На велосипедиках, на колясочках. И ваши внуки будут преодолевать вот эти вот бордюры. Поэтому если вы сейчас не сделаете как положено, вот ваша память такая останется. И мы добились значит, того, что мы сделали даже выездное заседание туда, полностью собрались люди, которые отвечали за этот проект, и мы выехали туда, и у меня пришел парень с шейной травмой, и я сказала, что если он преодолеет все эти препятствия, значит, я обязательно подписываю этот участок дороги. Ну, в принципе, как бы практически все, кроме перекрестка 23 сентября, и Калинина, вот этого перекрестка, там, где Кулиничи стоят. Ага. Там подняли колодец выше, и там туда заехать тяжеловато. Даже человеку со здоровыми руками, потому что... Вот видишь, да. А я не помню уже. Да. Вот сейчас как-то... Ну, естественно, если проходишь рядышком, если проходишь рядышком, то это все прочувствуешь. Ага. А если уже сам непосредственно являешься участником этого движения, ага, то понятно, что это все на себе же уже понимаешь. Но ты видишь в себе силы вот сейчас... загрузить, вы знаете, на свои плечи. Так вот я не договорила. Так вот я не договорила, что за этих моих людей, которые вот являются депутатами, и в чем их миссия заключается? Они являются либо членами, либо возглавляют комитеты, комиссии, вернее, которые непосредственно находятся в том управлении именно по доступности. Либо дорожно-транспортная структура, либо там социальная какая-то, либо медицинская часть. И они, хочешь не хочешь, они уже хоть понимают, куда какой бюджет регулировать, да? И для них это проще. Вот, например, в Житомире у нас появилось впервые кресло-трансформер для женщин, гинекологическое. У нас в Полтаве, говорят, 22 таких кресла. Я об этом никогда не слышала. То есть женщина с любой абсолютно проблемой здоровья, любого возраста, это очень приватно, это очень интимная тема, особенно как для женщины, которая касается, особенно как для женщины на коляске, либо пожилого возраста, она остается, скажем, со своими проблемами со здоровьем наедине. И у нас кресло-трансформеры оказывается только в родзалах. А вот на просмотре этих кресла нету. Их 22 в родзалах? Их 22 в родзалах. Вот в Полтаве они, эти 22 кресла в родзалах, а у нас их нету. То есть если у меня, скажем, есть проблема по здоровью, либо там фибромиома, либо еще, не дай бог, какие-то там проблемы, которые решаются уже операционным путем, меня должны кто-то посадить, да даже осмотр, да, вот как сделать, кто-то снять. Это значит, нужно приглашать мужчин. А я все-таки женщина, я все-таки хоть и на коляске, но это моя частная жизнь. Я не хочу в свою частную жизнь посвящать никого, кроме врача, которому я пришла и доверяю. Но это тот момент переходной, который нужно каждый раз просить. А если бы этот кресло-трансформер существовал у нас еще в таком вот плане, как медицина в общедоступном, решалось бы многие проблемы. Но еще... Вот, они вот, дорогие, эти кресла? Они чем-то существенно отличаются? Они отличаются. Просто, они отличаются существенно по своей форме. И в том числе, как бы, да, и в том числе и по дороговизне. Они, конечно, там вот говорили у нас, что последняя цена была около 1 000 000. И, возможно, для бюджета, как мне сказали тогда в Житомирской Мирской Раде, это не такие уже большие деньги. Но, может быть, у нас это большие деньги. Я не знаю всего этого. Если в Житомире, мне сказала депутат, это, поверь, небольшие деньги для города, я ей верю, потому что таких кресел уже 4 в Житомире. И это решается проблема вот в абсолютно все категории, в том числе и женщин на коляске. Потому что есть маленький рост. Я не знала, что такое есть. Да, есть, в принципе, как бы еще другие моменты, которые, которые, возможно, ну, может быть, у вас всегда лишний нерв схватил, да, возможно, вам, ну, еще по каким-то другим возможностям невозможно воспользоваться вот этим вот креслом, на которое нужно переступать. И в том числе там себя обслужить, да, вот как полагается, чтобы и врачу было удобно.
А тут все вопросы однозначно решаются. Оно опускается, человек пересаживается, оно поднимается уже в том виде, который, скажем, надо. И точно так же и ноги там поднимать можно. Ну, в общем, короче, обслуживается так, как полагается. И в том числе по доступности. Вот когда мы говорили о том, что у нас уже реконструкция дороги идет, и я уже прямо вот во все колокола забила и обратилась к нашему координатору по доступности. Он говорит: Ирина, говорит, вот ты должна быть в этой комиссии. Меня туда никто не примет. Кто я такая в этой комиссии? На каком основании? Да, я член комитета доступности. Но поверьте, вот наш комитет доступности вроде работает, но сейчас у нас из-за упрощения законов о том, что архитектура наша вот считается как декларативно, да, вот я хочу построить какое-то общественное здание общественного значения. И я просто приношу декларацию о том, что вот я в этом месте, для меня выделен участок, я там